Яркий музыкальный проект. Торжественный финал третьей вокальной премии Music Star Kids в этом году прошел с особым отличием. Как настоящие большие артисты, ребята пели под оркестр. Профессионалы знают, насколько это сложно и требует мастерства. С оркестром намного сложнее петь, это и ответственность больше. Но деток мы настраиваем, что все волнение нужно оставить за кулисами, выйти на сцену и получать удовольствие. Это очень хорошо, когда играет не минусовая фонограмма, да, а играет полный бенд, живая музыка, живая энергетика, обмен энергетикой за счет музыки. Это дорогого стоит, так что все, что не делается в данном моменте, это очень хорошо и лучше. В составе жюри тоже звезды, известные деятели искусства из Челябинска и Москвы, те, кто профессионально может оценить таланты юных конкурсантов. Показать себя во всей красе, показать свой талант для того, чтобы кто-то заметил, кто-то увидел, да, и у нас есть уже яркие примеры, когда замечали наших детей, и они попадали у нас на большие сцены с Филиппом Киркоровым, Мирон Довгань, да. Для меня максимально важно вырастить в вокалисте, даже, может быть, еще не совсем опытным взрослым, крылья. Понимаете, поэтому я всегда, даже при всем при том, что он говорит, да, нужно объективно, адекватно судить, я все равно всегда больше веду себя как мамочка. Я такая больше мама-продюсер, чем нежели продюсер понятия современного мира. В третьем сезоне география Music Star Kids выходит за рамки области. Участники приехали из Владивостока, Новосибирска, Омска и Москвы. От начала пути, да, с красной ковровой дорожки на прекрасную сцену, где идет оркестр, весь этот процесс даст им огромный, колоссальный опыт, который они могут использовать дальше для своего развития. Судя по реакции зала, все, без исключения конкурсанты, заслуживают наивысших оценок. Каждый маленький участник проекта – это большой артист, талантливый, харизматичный, способный вызвать у зрителей самые яркие эмоции.